платье невесты, свадебный макияж и прическа. Все три пункта стали номинациями первого чемпионата России World Beauty Congress, принимать который выпала честь нашему городу. Победители этого этапа в составе национальной сборной представят свои работы уже на мировом уровне в марте 2018 года в Индии. Чемпионат у нас начался с 2 часов, было торжественное открытие, и первая номинация был свадебный макияж. Было 5 участников, он уже завершился, мы уже знаем победителя в свадебном макияже. А сейчас у нас продолжается номинация «Свадебная прическа». И после того, как они завершат, будет следующая, третья номинация. Это номинация «Модный образ», где жюри будут оценивать свадебный макияж, свадебную прическу и то, во что они одели свою модель. Этот модный образ, выход модели будет сопровождаться музыкой, которую они записали, видеофильмом, который будет транслироваться на экран. Это будет такое шоу, которое они сами придумали. Здесь была дана полная свобода девочкам. То есть могли выполнять все, что угодно. Могли использовать любые материалы, могли использовать подкладки, объемы. То, что, допустим, в других конкурсах запрещено. Они у нас, мне кажется, ночевали на работе просто каждый день. Они приходили, они тренировались прическу, выбирали, как будет лучше, также макияж отрабатывали. Ведь надо во время же уложиться конкретно, это все равно. Надо руку набить, поставить, чтобы все было идеально. Ну, хотелось бы, конечно, увидеть в первую очередь одаренного, талантливого профессионала, который прям видно, что вкладывает всю свою душу, старание. Это очень важно. Так же, как и сейчас, мастера за спиной мои творят. Я даже прям боюсь уже смотреть, что через эти через 5 минут, которых я отвернулась, происходит. Я думаю, уже чудеса. В отличие от вечернего или подиумного образа, в свадебном нужно быть осторожным с модными тенденциями и полетом фантазии. Однако даже в этих рамках работы конкурсантов вышли совершенно разными. Да, свадебные прически, вечерние прически – это одно из моих любимых работ в моей сфере. И, по сути, я и вот участвовала, чтобы показать свой профессионализм. Весь как бы образ он у нас, по сути, как бы, ну, как мне создать его нежным образом. Я так думаю, что, наверное, это нам удалось и в цвете, и форма прически, и украшения. Буквально неделю назад я выпустилась как визажист в школе макияжа Светланы Досмановой. Мне предложили участвовать, и я даже не стала отказываться. Я работаю в команде с парикмахером, и мы создали образ. В первую очередь мы учитываем модные тенденции 2018 года. Цвета, фактуры, вообще все. Все, что будет модно. Сам образ, он в стиле байкерши. Я работала в команде с дизайнером, она же моя модель. То есть мы вместе с ней разрабатывали платье, она его шила, и она же его представляла. Выполнение прически без использования валиков, без использования накладных волос, без накрутки. То есть на своих прямых ровных волосах. Прическа получается очень легкая, невесомая. Для невесты это очень важно. И у нас было очень много тем, мы почему-то сошлись вот на такое, то что яркое, рыжее, и должно быть что-то экстравагантное, необычное. И хотела сделать акцент на глаза. В процессе добавились еще и губы красные. Хотелось бы, чтобы мои невесты выглядели ярко, красиво, вот, и чтобы они были необычные невесты, то есть не совсем стандарт. Выявить самых лучших в отдельных номинациях и того, кто представит Россию на мировом уровне, поручили специалистам с многолетним опытом работы в бьюти-индустрии. Надартилова Татьяна! Каждый победитель в номинациях, и она же отправляется в Дели. Работы были действительно интересные. Чем выделились цвета конкурсанта? Это техника работы, чистотой, формой интересной и вообще всей подготовкой. Выбрана она как раз за эту легкость, за то, что есть полет, за то, что есть идея. Поэтому она выбрана. Все, что мы планировали, все, к чему готовились, мы все сделали, все воплотили. Когда мы поедем в Индию, возможно, мы представим другой образ. Придумаем новые элементы, новую прическу, новое платье, чтобы еще раз удивить всех. Если бы я выходила замуж, то, безусловно, я бы повторила этот образ и просто получала бы истинное удовольствие и от платья, и от прически, и от макияжа.
Победительницы Челябинского этапа получают от организаторов вступительный взнос на участие в чемпионате мира. Впрочем, и другие конкурсантки в этот день были отмечены за свои работы наградами и дипломами. И, надеемся, загорелись желанием не сдаваться и выступить в следующем году.